Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городскому округу Домодедово задержали в Иркутске ранее судимого местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что на мобильный телефон 68-летней жительницы Домодедово поступил звонок. Собеседник представился работником сайта госуслуги и сообщил о техническом сбое в ее личном кабинете. Для того, чтобы сохранить пенсионерке свои сбережения, надо срочно снять деньги в банке и передать их курьеру для дальнейшего размещения на безопасном счете. Женщина выполнила указание звонившего и около одного из домов на Каширском шоссе встретилась с мужчиной, которому передала более 4,5 миллионов рублей. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили маршрут передвижения курьера и задержали его по месту проживания в городе Иркутске. Со слов задержанного, он нашел работу курьером. В обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называли ему работодатели по телефону, и переводить их на указанные банковские счета, оставляя себе процент от перечисленной суммы. Судом фигуранту избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников данного преступления, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленника.